Ребята, всем привет! Сегодня разберем новое джазовое упражнение и джазовый минуэт. В плейлисте, ссылку на который я оставлю в описании, будут подробные анализы и разборы 14 джазовых упражнений и минуэтов канадского джазового композитора и пианиста Оскара Питерсона, который он написал специально для начинающих. Знакомство с ними необходимо тем, кто хочет на начальном уровне познакомиться с ритмикой, гармонией и фактурными ситуациями, нетипичными для классической музыки. Сборник называется «Джазовые этюды и пьесы» у меня под редакцией «Борукзон», издательство «Композитор». Ссылку на ноты я оставлю в описании. Перед тем, как начать, я хочу обратить ваше внимание на те моменты, что перечисляла в видео с первым и вторым упражнениями. Кто еще не смотрел, а сразу приступает к девятому, советую ознакомиться. Видео с первым и вторым упражнениями я затронула самые необходимые и употребимые для данных упражнений определенные характерные ритмические особенности свинга. Ссылку на то видео я оставлю в подсказках и в описании. Теперь приступим к девятому упражнению и девятому минуэту. Они оба написаны в 12-тактовой блюзовой форме. Зеленым я отметила гармонии. Для лучшего ориентирования в минуэте я дополнительно карандашом проставила аппликатуру для правой руки. Она такая же, как и в упражнении. Плюс точечно в левой руке. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!